Вот так выглядит волонтерская общажка снаружи. Сейчас мы войдем во внутренний дворик. Внутренний дворик. Там вот гостиная, домик гостиная. Тут у нас прачечная. Очень даже прикольно. Можно брать полотенце, можно брать все, что тебе нужно. Есть даже порошок и работающая стиральная машинка. Душевая. Вообще тоже фены, утюги. Все время горячая вода есть. У кого-то личные полотенца тут висят. Большая, прям вообще козырная. Кухня. Можно всем пользоваться холодильниками, кастрюлями, порохлом разным. Не знаю насчет камина, но он есть. Ну и отпечатки тех, кто был и что-то тут делал. Так, это гостиная в отдельно стоящем домике. Что-то тут для костра, что-то тут для спорта, для музыки, для творчества. С видом на соседнюю горушку. И достаточно высоко, что ощущение, что ты тоже на горушке. И вот сам деревянный дом, пиратский корабль, все деревянное. Музыка, фонарики, куча барахла, куча народу. Вот как-то так.